Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Озвучиваем тематические занятия, которые вел я в Потеряевке с 91 года. «Рай и ад» называется. Темы очень большие, потому даю лишь конструкцию. А дома уже полностью открывайте указанные места. Это я говорю тем, кто слушатель у меня. Бог был и есть прежде основания рая. Он сам открывает о месте святости и счастья только то, что нам полезно знать. 3 Ездры 6.2. Прежде нежели услышаны были глаз из громов, прежде нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились основания рая. Знал ли Адам, что он находится в таком месте, которое называется рай? Было ли у него понятие, что в мире все надвое? Что напротив рая есть ад? Что напротив жизни есть смерть? Напротив добра зло? Что такое свет? То как-то все же определяют фотонами и люксами. А вот что такое тьма? Вот так. Определение есть такое. Это отсутствие света. Может быть, понятие о смерти пришло к Адаму после грехопадения, когда он был изгнан из рая и понял угрозу старения и болезней, предвестников смерти. Что же есть тогда сама смерть? Отсутствие жизни, отсутствие Бога. И ад не есть ли отсутствие рая? Бытие 2.8. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки. 3 Ездры 3.6. И ввел его в рай, который насадила десница твоя, прежде нежели земля произрастила плоды. То есть тема о рае и аде. Сидят передо мной жители Потеряевки первые, и мы разбираем это. Главное, это духовное, для чего мы там поселились. Бытие 3, с 1 по 3 стих. Змей был хитрее всех зверих полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Бытие, 3 глава, 8, 10 стих. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». По нашим меркам, что если бы ребенок сорвал в саду плод, то самое большое, что сделал бы отец, то выговорил или отодрал его. Но здесь Бог, отец, выгнал и смертным сделал его навсегда, до его возвращения с неба. Какое же это преступление – сорвать плод? Но нам ли судить об этом? И умерло 100 миллиардов людей уже. Сегодня статистику даже дают. А всего-то ничего, сорвал плод. Вот как Бог смотрит на все. От чего произошло падение самого осеняющего Херувима? Как зло могло возникнуть на небе? Это никто из святых отцов не мог сказать. Но Иоанн Златоуст говорит, что на это есть намек в том месте, где говорится, чтобы молодых не ставили во пресвитера. 6 Вселенский собор, правила 14 и 15. Не рукополагать до 30 лет. Теперь правило засчитывается. 14 правило. Правило святых и богоносных отец наших. Да соблюдается и всем. Дабы во пресвитера прежде 30 лет 30 лет
не рукополагати. Если же человек и весьма достоин был, но отлагати до уреченных лет. Уреченных лет, уреченных, которые предсказаны. Ибо Господь Иисус Христос 30-е лето крестился и начал учить. Подобно диакон прежде 25 лет и диакониса прежде 40 лет, да не поставляется. И по диакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Вот это правило, его никто не отменял. Ставят юнцов. Если сегодня это правило включить, примерно 80 или 90% священников должны быть за штатом. 1 Тимофею, 3 глава, 2-6 стих. Но епископ не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Вот осуждение за что? Гордость. Когда ныне рукополагают молодых, то сколько восхищения у бабушек, что у них архимандрит 17-летний. А на деле получается, что епископы живьем таких толкают в объятия дьявола. И они страшно гордятся, не сознавая даже этого. И это чрезмерное поклонение человеку нелегко выдержать и опытному. А что говорить о малолетних юнцах? Слово «рай» будет сохраняться и поддерживаться пророками, как место утешения и отсутствия врагов. Исайя 51 глава 3 стих. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение. Сирахов 24:32. И я, как канал из реки, и как водопровод, вышла в рай. Сирахов 40:17. Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. Сирахов 40:28. Страх Господень, как благословенный рай, и облекает его всякую славу. Что под именем рая мы можем увидеть? И благословение, и послушание, и плоды. В лексиконе евреев слова «рай» и «ад» были на слуху. Иначе как бы понял разбойник, о чем ему говорит Спаситель Иисус? То есть я сказал разбойнику Иисус, и сразу место Писания. Луки... Вот только слово сказал, и сразу подтвердить Писанием. Люди пришли не ко мне, они желают знать волю Божию. Моя задача – привести их к ногам Христа. Сегодня так, он говорит часами, и отошел, батюшка сказал, а что Бог-то сказал-то? Почему вы не хотели узнать? Луки 23:43. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Говоря о великих милостях Бога к нему, апостол Павел в прикровенной форме говорит о видении рая, как о величайшей своей командировке. Среди многого, что ему довелось в жизни испытать, он выделяет этот момент и с восторгом говорит о неизреченных радостях, какие ожидают в будущем обитателей рая. 2 Коринфянам 12:4. То есть я сказал, Павел был в командировке, то есть своими словами. Где он был в это время? А где это написано? 2 Коринфянам 12:4. Что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. 1 Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 3 Ездра 7:53. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество. 3 Ездра 8:52. Ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость. 3 Ездра 4:7. А он сказал мне: если бы я спросил тебя, сколько обиталищ в сердце морском,
или сколько источников в самом основании бездны, или сколько жил над твердью, или какие пределы у рая. То есть большой рай или маленький рай, что он означает? Много о рае написано у Ездры в третьей книге его, в главе 7 по брюссельскому изданию. Давид своим противникам и после их смерти не желал ничего, кроме того, что они по праву заслужили. Псалом 9, 18 стих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Вот место, где этим народам. Псалом 54, 16. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Исайя 14, 9. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Авакум 2.5. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он не насытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Исайя 14.15. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Матфея 11.23. И ты, Капернаум, до неба вознесшешься, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня. Луки 16.23. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. 2 Петра 2.4. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания. Второзаконие 32.22. Ибо огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю в произведении ее, и попаляет основание гор. Для верных уготован рай, и они об этом знать должны с малых лет. До Христа не было надежды вернуться в рай после смерти, но пророки прорывались и через эту завесу тайн и давали намек, что возможно такое, но пока только неизвестно, кто выведет их из ада, сам ли Господь или кто другой. Матфея 11.3. Сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Деяния 2.27. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Осия 13.14. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад! Где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Псалом 114, 3 стих. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. 1 Коринфянам 15, 55. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Победа над смертью и над адом произошли уже на Голгофе. Но окончательно это будет после всеобщего воскресения из мертвых, когда Господь придет во второй раз с неба за ожидающими Его во спасение. Откровение 6.8. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Откровение 20 глава 13-14 стих. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены озеро огненное. Это смерть вторая. Смерть и ад. Ад, как будто что-то одушевленное, повержены в озеро огненное. Как это? Не знаю. Второе царство 22.6.
Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Псалом 29, 4 стих. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Псалом 85, 13. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Даниил 3, 88. Благословите Анания, Азария и Мисаил, Господа, пойте и превозносите Его вовеки. Ибо Он извлек нас из ада и спас нас от руки смерти. И избавил нас из среды печи горящего пламени, и среды огня избавил нас. Осия 13:14. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Ионов 2:7. До основания гор я не шел. Земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Матфея 16:18. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть мы с тему рассматриваем рай и ад. И об аде что можно сказать? То, что говорит Священное Писание. Из этого сделай вывод. Откровение 1:18. И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имея ключи ада и смерти. Ада и смерти. Вот, пожалуйста. То есть, кого ты можешь анафематствовать? Псалом 15:10. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Псалом 30:18. Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Откровение 2:7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Был рай, и он был утерян. Теперь вот уже 7,5 тысяч лет все человечество пытается вернуться в этот рай. С милым по душе и рай в шалаше. Рад бы в рай, да грехи не пускают. То есть я беру и поговорки какие, об рае и об аде. Значит, в народе подмечено, что главное не в беловодье, не Шамбала, а в душе у человека, когда люди живут по заповедям Божьим. Херувим, охраняющий дверь Эдема, так и стоял с мечом до пришествия Христа, говорит Иоанн Златоуст. Бытие 3:24. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Меч сей остановился в своем вращении, когда ударился в виде пики в бок Христа на Голгофе. Иоанна 19:34. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас стекла кровь и вода. И здесь же, на Голгофе, впервые прозвучало слово «рай». И для кого? В лице этого преступника, киллера, было все человечество, которому открылся свободный вход в рай. 2 Петра 1:11. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Как из ребра создана жена Адаму, так из ребра Христа создана церковь, невеста его. Что нам известно о рае и житии святых? 2 января. Серафим Саровский. Хотя бы вся комната эта была полна червей, то ради той радости райской стоит все претерпеть на этой земле. 6 февраля. Дорофея. Феофил, советник, просил прислать ему из рая яблок. Но эта его насмешка над мученицей оказалась для него поучительной.
он и получил эти яблоки из рая. 1 марта, Евдокия. 1 марта по-старому, а сегодня 14-е. И вот у меня сестра Евдокия, день ангела у нее. 7 дней постилась и видела рай, и видела ад, райские обители и бесов на пути. Вот интересно, тоже как, если подмещаешь. Вот сегодня 14 марта, цифру 8 добавляй, сколько будет 14? 22. 22, 22, 8 только добавишь. Что будет? 40 святых мучеников. Дальше еще добавляем 8. Сколько будет? 40. 30. 30-го будет Алексей Божий человек. Еще 8 прибавляем. Благовещение. Вот 4 раза прибавляй, и получится благовещение. Вот интересно. 26 марта. Василий Новый. Обитель его в раю равна Царьграду. Обитель одного Царьграду. Так показано было. Что он там будет делать-то? Вот мы на 16 квадратных метрах все это делали. Сколько людей было? 11 человек ко мне приезжали, ночевали. Ну, 12,8 квадратных метра. И тут и студия записи, тон-студия. Тут и мастерская. Тут и зал. Тут встречи. Тут и туалет. Тут и кухня. И тут спальня, все на 12 квадратах. Третье мая. Мавра. Видя обитель Тимофея, мужа своего, он туда ее привел. 24 мая. Симеон Дивногорец. Видел рай Адама в раю, и разбойника, и более никого. 4 июля. Марфа, мать Симеона Столпника. Видела рай и палатки ей, и сыну ее. 9 июля. Кирилл Александрийский. Гневался на Иоанна Златоуста. Божья Матерь велела простить его. Увидел рай. 12 июля. Мария Галендуха. Это день моей матери, рождения. Мария названа. В оконце увидела рай. Некрещенному туда войти нельзя. 18 июля. Памва. Было два брата, пустынник и страноприимец. Обоих видел в раю. 11 сентября. Ефросин. Работал на поварне, и Ирее ночью приснилось, что он в раю находится, а его подчиненный работник свободно ходит в райских обителях и получил 3 яблока из рая. 2 октября. Андрей Юродивый. Удивительные прелести рая Божия. Слово «прелести» куда встречается? 2 ноября. Иаков Вяземский. Райские обители и узилища ада видел. Цепи. 9 ноября. Матрона. Рай ей показан был. 12 ноября. Иоанн Милостивый. Дом Троила уже не Троила. Его. За жадность отнимается. На небе это видел. Удивляюсь, вот простое слово, и 6 букв ты прочитать уже не можешь. Почему? Ты его не встречал никогда. Ну, да. Я часто задумываюсь, считаешь нормально все, но только считаешь здесь узилище, оно у тебя не ежедневно, и уже не можешь прочитать. А что такое Троила? С разгону несколько раз. Почему? Троила-то что? Троила-то что такое? Ну, сейчас все это. И дом Троила-то хозяина, как звать было. Имя-то. Почему не можешь прочитать? Я часто думаю, хорошо считаешь, верующий. Я думаю, тебе уже не перейти это. Это Бог дает тебе все время напоминание, когда надо было учиться, а ты прыгал, как козленок. Бабка тебя не учила, дядя тебя не лупил как следует. И ты вот такой вырос. Считаешь совершенно нормально. Ну, чуть только слово незнакомое с третьего разгона, как Брежнев, слово Азербайджан. Не можешь выговорить. 30 ноября. Иоанн Златоустый. Епископ Оделфий просил показать ему, где находится Иоанн. Ему было сказано, что у престола Троицы. Но находящемуся во плоти этого нельзя видеть. 18 ноября. Варул отрок. Мать наставляла его. Как только будешь усечен, так сразу же и будешь в раю. Я это вырежки беру из жития святых. Их никто не знает. Но я составлял симфонию, насчитывал, поэтому знаю и людям даю эти знания. Легко искать. 19 ноября. Иосаф.
Когда отец хотел его совратить от пути спасения и окружил самыми красивыми в его царстве девицами, то едва не поколебалось юное сердце царевича. Но во сне увидел он рай и ад, и как эти девицы его тащили в пропасть ада. И когда проснулся, то они показались ему хуже грязи и псов. Вот. Мы где 1173 жития святых, биографии. А где говорится про ад? Вот спроси любого, который священник, о чем он скажет. Ну, одного назовет и все. Да готовы, берите, я отдаю вам материал. То отвечайте людям православным, чтобы знали. Вот сколько мы идем за 12 месяцев. Вот говорят, где об аде, а больше нигде нету. Вот я симфонию составил. 4 декабря. Иоанн Дамаскин. Когда простил его старец, изгнавший его от себя за прислушание, то он радовался, как бы изгнанный из рая и возвратившийся в обители небесные. Вот какая была прелесть у людей, монашество так считали, как рай потерял. А что они шли на благовестие, которое Господь повелел идти, утеряно и утеряно на 2000 лет, и даже никто об этом не тоскует. Это православное. 7 декабря. Павел Повинник. Настоятель увидел рай. Он ему сказал там: возьми, что тебе тут нравится. 30 декабря. Феодора Цареградская. Мытарство проходило и видела рай. Григорий, ученик Василия Нового, подробно о всем. Вот. А теперь дальше, где об аде говорится из житий святых? Известно следующее. Ад, ну у меня в симфонии нужно смотреть слово суд, мука, страх. Это из нашей книги «Симфония на жития святых». Итак, у нас тема ад и рай, поэтому мы должны знать, где жития святых говорит. 1 января. Василий Великий, царь Валент Арианин, пошел в гиену. 8 января. Люян. Воскресили человека, душу которого бесы несли в ад. В ад. Подчеркиваю слово ад, чтобы поняли, что эти места взяты для пояснения. Речь идет об рае, мы рассмотрели, и в аде. Ад. Чтобы почувствовали, что это слово. А дальше. 16 января. Мелиссип. Вот видишь как. Бабка Леонила говорит: ваш отец сошел в преисподнюю. 19 января. Макарий Египетский. Череп языческого жреца сказал ему: когда ты молишься, то мы во тьме немного видим друг друга. 18 февраля. Лев I. Папа. Евтихий и Диоскор навлекли на себя вечную погибель за ересь. 3 марта. Евтропий. Мучивший Феодора находится в аду, в огне. 15 марта. Александр Иерей. Игемон Антонин пошел в муку с сатаной. 16 марта. Трофим. Аксипелиодот пошел к бесам. 20 марта. Иоанн. Отцы перебиты варварами. Варвары оказались в аду. Вот куда идут все эти, которые воюют, убивают, собираются, взрывают сами себя. Им рай обещан шахидам в ад. Никуда они не идут. Они идут только в ад. Убийцы. 20 марта. Патрикий. Душа разбойника в аду. Ну, везде все говорят. Он человек-убийца и лжец. Сатана. И везде взрывают и метро, и на детской площадке. Им обещают рай. Обманщики. Какой рай, когда ты убийца? 26 марта. Василий Новый. На блудном мытарстве больше всего идет в ад. Неверные и неверующие попадают сразу в ад, без мытарств. 2 мая. Зоя. Дом Катула, их хозяина. Ад. А сам он смерть. Это дети его так назвали. Вот интересно. 30 мая. Александр Воин. Язычнику. Ты вместе с императором будешь ввержен в гиену. Вот одна фраза, но это целое житие. И я его должен был вытащить и теперь дать вам. Но как ты узнаешь житие? Ну вот именно в житие, в каком и какая фраза говорит об аде. 15 мая. Пахомий. Мысль о мучении грешных
должна быть всегда с нами. Это в кавычки взято, прям скопировано оттуда. 8 июня. Прокопий. Насильнику жены ответили: в аду почувствуешь муку. И он отдал душу демонам. 10 июня. Антонина. Низвергла противника на дно ада. 15 июня. Модест. Демон души грешников унес в ад. Не души, а души. Души, да, души. 19 июня. Зосима. Идолопоклоннику. Празднование да будет воздано тебе в аду. То есть эти 1 мая, 8 марта, в аду вы будете за эти праздники. Вот какой смысл. 29 июня. Апостол Петр. Душу Симона Волхва дьявол забрал в ад. Почему Волхва? Волхва. Волхва. 1 июля. Потит сказал: окаянная душа ваших богов мучится в аду. А Антонину император сказал: ад готов для тебя. 12 июля. Мария Галендуха сказала гонителю: есть ад, и там твои родственники. 13 июля. Юлиан. Он воскресил юношу, который сказал: я видел бесов в аду. То есть мы все про ад, где написано в житиях святых. 23 июля. Апполинарий. Описание гиены. 24 июля. Христина. Отец ее, мучивший, погиб навеки. Бес в кумирне унес душу Егемона Диона. 17 августа. Мирон. Егемон умертвил себя и пошел в ад навеки. 24 августа. Сира. Беседовали о суде Божьем и муках. 27 августа. Пимен Великий. Я буду брошен туда, куда брошен сатана. В кавычки взято. 23 сентября. Андрей сказал мучителю: мучения твои будут вечны. Ты пойдешь в гиену. 20 октября. Артемий. Юлиан пошел в ад. 11 ноября. Филипп воскресил юношу, сказавшего: меня два эфиопа влекли в огонь. То есть эфиопы — это национальность, но они черные, демонов везде называют эфиопами. 19 ноября. Иосаф увидел во сне, что девицы, обольщавшие его, хуже гноя и смрада в аду. Вот они красавицы, вот они выходят, мисс срама, мисс бесстыдства, раздетые, хуже гноя и смрада в аду. 20 ноября. Евстафий. Комит находится в аду. То есть комит, допрашивающий его начальник, там начальник следственного отдела КГБ, в аду находится. 27 ноября. Иаков Персиянин. Отец мой в аду. В кавычки взят. Он сказал эту фразу, я оттуда беру и говорю, где в житиях святых говорено было об аде. 9 декабря. 14 тысяч младенцев убиты Иродом. Ирод вселился в ад. 22 декабря. Анастасия узорешительница. Жрец желал совершить с ней постыдное дело, ослеп и попал в ад. 23 декабря. Нифонт. Зрители подали монету безбожному музыканту. Бесы тотчас отнесли эту монету в ад и показали дьяволу. Вот смотрите, играют где-то что-то, люди идут в цирк, платят, все деньги идут в ад сразу, к сатане в руку. 23 декабря, Нифон, запишите себе. На что ссылаться? Откуда вы знаете? Показано уже было. Это жития святых. Поэтому нигде ни копейки не платите за мерзость за эту. А если бы не платили Златоуст, то он бы не стал кривляться. А то идут там задворного, задорного, слушают. Райкин там был. Это не просто людей веселят. Смехачество называется. Смехачество. Это чистая еврейская тактика. Расслабить души человека. 26 декабря. Иосиф. Он вселился в Шеол к отцам. Шеол — это то место, где находились люди,
когда умирали до Христа, так у евреев это место называется. Так, у меня осталась одна тема, сегодня мы дочитаем ее. Сейчас я отключу вас, и минут еще.